Всем привет, друзья! Я вам рассказывал, да, что зашел, когда я 7-го, что ли, зашел, или 8-го. Компания Magnus. Компания Magnus, они занимаются трейдингом, используют роботов. Так, и как я вам говорил, здесь три вида дохода есть. По-моему, даже 4, не знаю, ну, по-моему, 3. Вот, я приобрел лицензию на $25. Вот. И есть еще долевой доход. То есть, видите, вот за эти 3 дня после меня зарегистрировалось еще 523 человека. Не только не у меня в структуре. У меня в структуре один человек, один партнер зарегистрировался. И тот не вложил еще, думает. А вот после меня еще люди регистрируются, в компанию заходят. Вот это называется долевое участие. И вот я за эти 3 дня с долевого участия еще получил долю дохода 1 цент. То есть за 3 дня у меня $1.26. Ну и третий вид заработка — это развивать свою сеть. То есть люди, которые регистрируются по вашей ссылке, они будут попадать в вашу структуру. Сейчас я покажу вам, как это выглядит. А, это карьера, подождите. Сеть. Ну, сейчас. Ну да, вот карьера здесь есть. Почитайте, здесь достаточно серьезные вещи такие. Классные. Сеть. Вот двоичный у них бинар. Схема, то есть вот я, вот человек зарегистрировался, но еще не вложился, значит, ну и вот тоже источник вашего дохода, пожалуйста. Вот за ним регистрируется какой-нибудь человек, вот, или, допустим, ну, по моей ссылке регистрируется, соответственно, он попадает. Вот сейчас у меня второй человек, кто зарегистрируется, попадет сюда. Третий зарегистрируется, попадет, наверное, сюда, 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 сюда или сюда. То есть переливом как-то так пойдет. Вот. То есть вот, бинарная система, пожалуйста. Зарабатывайте, приглашайте народ. То есть три вида заработка получается. И здесь вот давайте перейдем. Здесь раздел «Маркетинг». Вот вы переходите в раздел «Маркетинг», чтобы поподробнее познакомиться с компанией. Здесь есть, ну, здесь клип, само собой, но что вы можете сделать? Как узнать вообще, как компания работает, на чем зарабатывает? Вот здесь видите английский язык, французский, португальский, вот русский. Нажимаете. Вот так, он вам предлагает скачать. Да, вот, ну я уже скачал. Вот давайте мы откроем. Этот файл. Лучше я его через другую программу сейчас. Ну вот, уже открылся, ладно. Вот, и здесь на русском вам рассказывают, что такое Magnol Capital Center Magnus. Ну вот, регистрацию я вижу, это Belize. Международная компания опытных предпринимателей со всего мира. Основатель компании Даниэль Анаста, человек, сумевший самостоятельно добиться большого успеха. Вот и здесь так коротко рассказывается его биография, чем он занимался. Это живой человек. Он, будете смотреть клип презентационный, вы его увидите там на клипе. И вот где здесь начинается. В 2012 году Анаста продал 50% своего бизнеса, но там строительный бизнес, там еще что-то было, мини-маркеты, ресторанный бизнес там он вел.
и переехал жить в Афины. Он сосредоточил усилия на рынке Форекс. В 2015 году он продал еще 35% бизнеса. Форекс стал самым важным направлением его профессиональной деятельности. Недавно господин Даниэль основал Magnus International Center, компания, офисы которой расположены в Афинах, Греция. Занимается двумя направлениями операций на фондовом рынке Форекс и сетевым развитием. Ну, вы видели в кабинете, да, я вам показывал, там бинарная структура тоже. И плюс еще компанию по всему миру развивают. Так, ну, здесь вот Форекс, пожалуйста, почитайте все. Очень интересно. Вот продукты, роботы их, они, видите, пишут. Для тех, кто... Так... Сервисы. Но сервисы, это те, кто делают вклад $25,000, они получают возможность копировать главный торговый счет. Свой собственный брокерский счет с нашим партнерским брокером. Пройти процесс верификации и внести минимально $25,000. Подключается счет, и вы все свои операции по торгам можете наблюдать в эфире, в прямом, скажем так. Будете смотреть, как ваши деньги зарабатываются. Торговля на финансовых рынках, продажа продуктов, брокерская комиссия. Ну, с брокерской комиссией тоже достаточно хорошо они получают. Лицензионные выплаты. Вот это я вам говорил, три вида заработка. Это вот покупаете лицензию, я купил $25. Вот лицензионные выплаты. И акционные выплаты. Акционные выплаты, друзья, это вот вы видели у меня в кабинете, там после меня зарегистрировалось 500 с лишним там человек. Вот с этого, скажем так, с этого общества мне тоже идут выплаты. И чем больше народу после меня зарегистрируется, тем больше, ну вот здесь вот показаны, видите, лицензионные выплаты. Вот лицензии, вот я прикупил $25. Конечно, я буду увеличивать здесь вклад свой. И акционные. Вот здесь написано. Видите, вы получаете акцию за каждого нового члена, пришедшего в компанию, даже если он не из вашей команды. То есть даже вот после вас зарегистрировался хоть один человек, это уже вы получаете акцию своего рода. Вот я 3 дня назад зарегистрировался, после меня зашло еще 500 человек, вот с этих акций я получил 1 цент. За 3 дня 500 человек, представьте, да, ну нормально, я считаю. Люди, время, от меня ничего не зависит, люди заходят, зарабатывают, регистрируются, и вот с этой команды я получаю. Но здесь много достаточно бонусов. Членский бонус, можно прикупить его в кабинете. Командный бонус, остаточный бонус, бонус за возобновление лицензии, карьерный бонус. Вот членский бонус, 10 за каждого нового реферала приглашенного участника. То есть вы получаете 10% комиссионных за каждого, кто зарегистрировался. У вас есть 2 команды. Одну мы указали слева от вас, вторую справа. Вы получаете 10% от торгового оборота команды, чей показатель оказался ниже. Вот такие вот вещи. То есть вот общий оборот команды составляет вот бинар, да, там слева у вас люди и справа. И вот с левой стороны общий оборот составляет $2000. Вы получаете сколько? 200. По-моему, так, да. Вот. То есть не с большего оборота, а с меньшего. У кого меньше оборот команда, ну, допустим, так вот, да, то получаете так.
Остаточный бонус. Ежемесячная выплата. Каждый месяц выплата $10 за любого участника, который заработал не менее $100, включая комиссию. Эти $10 добавляются к торговому обороту ваших двух команд. Ну, в общем, вот такие схемы, посмотрите. Карьерное вознаграждение здесь, конечно, вообще круто. Здесь, ребята, ну вот, iPhone можете, пожалуйста. Путешествие класса люкс. Часики Rolex за штуку баксов. Ну, а дальше вообще. Я просто молчу. Смотрите, да, Lamborghini или Ferrari. То есть, ребят, вот такая вот канитель. Вот в такую вот компанию я вас приглашаю. Ну, тех, кто не желает, проходите мимо. Я вот начинаю с $25, я начал. И буду двигаться дальше. Очень на это надеюсь. Вот. Ну, кто знает, может, до 25 дойду. Не все сразу. Быстро ничего не бывает. Как говорится, быстро не значит хорошо. Так что, друзья, вот в раздел «Маркетинг» можете скачать, посмотреть, почитать, ознакомиться поподробней. Ну, карьеру я вам показывал уже, да? По-моему, в самом начале. Вот такая вот вещь, карьера. Вот. Здесь тоже можете строить свою структуру. Кстати, вот в маркетинге скачаете, вот там как раз и описано, какие призы вы можете получить. Ну и раздел новости. Вот что мне понравилось, друзья, что даже во время падения рынка и выходных, вот, они опубликовали такое вот предупреждение. Уважаемые участники, в конце года рынок Форекс больше выходных. И, следовательно, это влияет на показатель. Ну, конечно, торгуют мало. Поэтому прибыль на этой неделе и будет также и на следующей неделе, чуть ниже. То есть прибыль есть, но она будет просто немного пониже. Вполне понятно. Праздники, Новый год. В России вообще он пьют по 2 недели до Старого Нового года. О чем мы говорим? Так, выписка. Ну вот, почитайте сами, познакомьтесь. Ребят, я не знаю, мне компания нравится. Я зашел сюда, не жалею. Вот, приобрел лицензию. Для начала $25. И, как видите, даже за... Прошло 3 дня всего. Да, 3 дня прошло. И вот после меня, видите, моя доля. Вот о чем я говорил, акционная доля. Чем больше будет здесь народу после меня регистрироваться, цифры растут каждый день, поверьте. Посмотрите первое видео, там здесь у меня стоит нолик. Вот 524 человека зарегистрировалось. Вот я с этого тоже получаю деньги. Будет больше, значит, и я буду получать больше. Будет там несколько тысяч человек, соответственно, здесь сумма другая будет. А вот доход с моей лицензии, которую я приобрел. То есть начисления идут каждую субботу. Ну, понятно, если кто-то зарегистрируется по вашей ссылке, закинет сюда деньги, вам упадут какие-то деньги там в четверг или в пятницу. Вы можете выводить спокойно. Вообще, деньги вы можете выводить в любой день. Речь о другом. Речь о том, что начисления вам идут раз в неделю, в субботу. Вот в субботу... Друзья, совсем забыл сказать вам. Если вы купили лицензию на $25, вот я купил, значит, при достижении X4, то есть $100, как я заработаю в компании, моя лицензия сгорает. Понимаете? И мне нужно будет приобретать новую лицензию. Допустим, $50, значит, 4 X составит $200.
понимаете, да? Начислили, а там уже что хотите, то и делайте с этими деньгами. Вот такая вот компания, друзья, Magnus. Да, что вот такая вот, друзья, компания Magnus Capital Center. Заходите, смотрите, знакомьтесь. Я зашел, я начинаю зарабатывать с ними, и меня все устраивает. Да, здесь нет сумасшедших. Ну, знаете, кстати, тут как сказать, хорошие деньги или маленькие, да? Это зависит уже от вас, от вашей активности. Как вы хотите зарабатывать. Но по-любому вы здесь будете зарабатывать. Так что я зашел, чего и не жалею. Ну, на этом вроде все, друзья. Всем желаю хорошего настроения, хороших заработков. И до следующих публикаций. Да, кстати, вывод денег здесь единственное, друзья. Выводите денег, с вас берется комиссия 5%. Но я думаю, что если зарабатывать с трех видов, там три вида, три варианта заработка, не считая бонусов всяких, я думаю, 5% комиссии это нормальное явление. Все, всем удачи, друзья, до следующих публикаций. Hello, my name is Eddie Daniel. I'm a self-made entrepreneur since 25 years now. But today, I would like to introduce you Magnus Capital Center. MCC is an international trading club which provides you a high level tools and advices and gives you a huge opportunity to make great profits in the Forex market. In a matter of trust and transparency, I would like to show you one of our accounts and show you how it works and the profits we made the last 5 weeks. As you can see, it's a real Magnus International account. You can easily here see the date we began, the deposit we made, all the deposits, the withdrawals, and every time we made profits, the withdrawals. Here is the final result of the account. The deposit we made, the profits we have, numbers are speaking by themselves. It's easy to understand why people want to join MCC. It's easy to understand why people want to work with MCC. Take advantage of our 10-year experience and make great profits in the Forex market.